Чарльз Оливейра отказался от боя с Майклом Чендлером 13 февраля. Всем привет, с вами Сам, сегодня новости. Сам, новости каждый день. Легковес UFC Чарльз Оливейра отказался от нетитульного поединка против бывшего чемпиона Беллатор в легком весе Майкла Чендлера на шоу UFC 258. Шоу состоится уже 13 февраля, и UFC хотел добавить еще один громкий бой на этот вечер. По словам тренера Оливейра Диего Лимы, они отказались от поединка из-за недостаточных сроков подготовки, а также того факта, что Чарльз сейчас очень близок к чемпионскому титулу. Чарльз никогда так не был близок к поясу. И важно отметить, что он тяжело работал для этого, сказал тренер Оливейра. Он находится на победной серии из 8 боев. Для нас нет смысла принимать президентские бои за 11 дней до него. Чарльзу нужно время, чтобы сбросить вес. Мы теряем около 2 дней с визами. И, конечно же, нам нужно подготовиться к самому бою. Названа не рекомендована для лиц старше 65 лет вакцина от коронавируса. Власти Швеции выпустили заявление по вакцине от коронавируса, которая была разработана англо-шведской компанией AstraZeneca. Препарат не рекомендуется использовать лицам, чей возраст старше более 65 лет. Довольно-таки неплохо. Об этом заявило Управление здравоохранения Швеции. Управление здравоохранения рекомендует в первую очередь предлагать вакцину AstraZeneca, которая была одобрена для защиты от COVID-19 жителям Швеции в возрасте 18-64 года. Что вы думаете насчет боя Чарльза Оливейра и Майкла Чендлера? Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.